в... Куда тебе ее скинуть? Да в чатик. Дискорд. Этого. Фоги сегодня тяжко 2-1 выиграл на пинге. Ну, я краем глаза видел. Думал покомментить, но... Слушай, тут квадратный Warcraft классической раскладки. Красиво. И лого красиво. Вообще, логотип здоровый такой. Прям. Вебки нет, чатика нет. Зато оверлей хороший. Который мне почему-то сегодня не запустились. Да, отлично. Да, фоги с шейком. И что у нас по... Полиметерсу 57. Вот непривычно, что наверху так написано нестандартно, не сразу. А, там пишется, какое количество рабочих. 60 на 60. Нету нычки у Фоги. 49 на 60. Сейчас у меня тут. Что? 60 на 60, алло. А, это типа суммарный лимит он показывает. Я думал, справа это общий. 49 это боевой и 11 рабочий. Я понял, тогда да. Ой, там сейчас дистры с маной. Посмотри, какое количество дистров. О, чатик выведен, смотри. Где? Что? Нифига себе. Вот это размер. Он минусуется, минусуется. Дима, нет, живой. Став есть. Так, ну сейчас будет битва. Таким ему наберный Нага. Болючий. Не, шайк, шейк, хорошо шайк, прям. Шайк, шайк. Да, да, да. Шейк. Давид. Фоги, Фоги, смотри, как это как называется. Тусит на базе, прям дриадки спереди, медведи сзади, и если битва начнется, медведи даже не выйдут. А ему придется сейчас выходить. Потому что Undead делает шаг вперед и начинается. Да, все, ну, Бёрн где? И два медведя, он Бёрн не... или сделал. Нет, не сделал Бёрн. Бёрн пошел. Да, и медведь кукует один. Вот непонятно, чем дистров убивать в таком количестве. Димой с арбой. Так тогда. Финды ой, танкуют. Хороший бёрн на 142. Жесть. Под мунвеллами, конечно, тяжеловато Димку пробивать. О, хороший, хороший койл. И сразу бёрн заходит. Минус обом. И шейк отступает. 65 на 70. Плохо было бы драться на базе. Лучше бы нычку поставил. А, он скорее всего, даже не знает об эльфийском экспанде слева. Но он только что достроился, он еще не работает. Так. Ну а сейчас плохо для Фокича. Он растянул свою армию, дриадки спереди получают от финдов, медведи, гиганты идут сзади. Так. Дистра одного атакует. Не уйдет, уйдет. Ой, купил Greater Mana Potion деке. Заюзал. Нормально, хорошо. Хорошо. Сори, отвлекся. Угу. Да не, я тут что комментирую. Изи. Став на МГ. Ну это шейк. База сейчас выйдет боком, короче, шейку. Да. Вообще, с точки зрения... Банальной эрудиции? Да нет, это психология тоже. Шейк почувствовал, что... То есть то, что эльф жмется, защищается у себя на базе, отбивается, может шейка ввести в заблуждение относительно того, что ну, он в хорошей позиции находится. А на самом деле у Андеда все плохо и становится все хуже и хуже с каждой секундой. Да. Фоги просто выигрывает время этим, тем, то, что он жмет. Под мунвейлами, тем более, там было все прекрасно. То есть хорошо стафовал. Забытая статуя на базе. Он, может, не забытый, он сейчас возвращается сам на базу, наверное, купить мана пошин. О, хорошее это облако. Как оно называется по-русски? Ядовитое облако. Чума. Mm-hmm. Коронавирус. Надо переименовать. Когда кипер отскакивать от нее будет, он же сколько ему лет? Да. Разведки по-прежнему не сделал, к сожалению. Хорошо, что 2000. Да был? Что? А, 2000. Там десятка всего лишь, да, в угловых? Угу.
ДХ тоже старый, да, 10 тысяч лет, у него там иммунная система вообще никакая. Не, ну... Шейк готовится идти в All-In, продает алтарь. Заметьте, что такие шутки позволяет себе политкорректный европеец. Вот это же Сокол, у них там бушует все. И пожилого населения много, они там в топ-3 по среднему возрасту. У них там 43 или 42 средний возраст с чем-то, да, в стране. Но благодаря прекрасному травообеспечению фатальных исходов очень мало. Очень мало. Но пошутить все равно можно, да? Ну, их там мало чего. Это же не как в лагерях там. Тут... А хотят, ну, да. Не надо здесь просто в лагерях. Да, да, да. Что? Тут никогда не шутил тогда. Господи. Ладно, хорошо. Немножко тактичности я тебя и ожидал. Угу. Что-то Моля произносил, не говорит. Смотри, Фогич готовится отбиваться на экспанде на своем. Там 3 Мунвелла, это явно оверкил по тому лимиту, который ему нужен. Но это вместо протекторов просто. Ну, Шейк должен уже догадываться, что что-то должно быть не так. Он разведал 2 нычки нижние, верхний левый не разведал. Ну, он сам по себе ушел в пассив мод. Возможно, догадывается об экспанде. Я не посмотрел, дестройеры там пролетали или нет. И решил, типа, забить, просто докачать мейн, перейти на эксп и играть как бы один в один. Таким вот образом. А другой говорит, я сегодня пробовал дозвониться в поликлинику, просто сбрасывают звонки. Ну, так вот. А меня пинал за шутки про корону, говорит, секси воден. Двойные стандарты. Это же классика просто. А кто пинал? Я или Сокол? Если просто Сокол, я осужу. Если я, то у меня есть объяснения нелогичные, которые просто... Да. И вместо того, чтобы меня крышануть, ты меня подставляешь, да? Корона, это... А, Сокол, чисто. Сокол. Ну, это Сокол, ребят. Осуждаю. А, я думаю, Шейк-то... Шейк. Он может базу потерять, он сейчас все продаст, и Фоги такой скажет, а я не буду драться, и пойдет убьет базу Шейка. Ну, если бы он точно знал, что происходит сейчас на мэне, конечно, он бы обошел вокруг и пошел бы... Он, кажется, так и собирается. Нет, он не знает этого. Он не знает этого. ДК такой затаренный. Ты видел количество бутылок маны у него? А ты видел? У него еще боевые барабаны орков? Да. У Undead'а боевые барабаны орков. Девайсы хорошие у Undead'а. Ну, не, у эльфа тоже нормально. Там агилка плюс 6, это БТП. Нормально. Ты смотри, как МГ впитывает дамаг. Ух. Да, ну, от обомов пусть подпитывает. Ой, пошли иллюзии. ДХ в инвизия заходит, начинает сразу с бёрна на 150. И таунты такие, таунты. И просто бегают юниты, ничего не делают. Потому что то влево тебя вертят, то вправо. Еще один бёрн. Слушай, ну тут Фоги очень хорошо смотрятся. Да. Финды куда-то забежали. Смотри, они по кругу просто оббежали. За МГ минус 2, финда минимум. 80 лимит на 60. Ничего не тащит он, это... Да, в результате Шейк разваливается. Вот, а в тот момент, вместо штурма базы и размена на Мунвеллы, ты отправляешься... ДХ! Что? Успокойся. Нормально все там. Он бы пошел бы, забрал эту базу. Ее бы забрал он с высокой вероятностью, потому что ну, эльф отбивался на мэйне исключительно из-за деревьев у Мунвеллов. Да, но здесь ГГ. Здесь уже да, к сожалению. ДХ здоровый. Моноберн. Надо попробовать Димку только фокуснуть. Это последний шанс, на мой взгляд. Угу. У Димки есть ТП. У Димки есть и ТП, и став уже, скорее всего, откатился. Плюс там Риджуф. Эльф, конечно, ой, халява. Там, у эльфа много всего. 90 СФ, Миш. Он ничего не потерял. Да, вижу. Все красное, гиганты, конечно. Гиганты просто такие стоят и убьют. И Димка такой к шестому лезет уже. Наверняка у него там 6,5. Пятая нага. 5,5 у Димы, да. А где ты видишь? А, слева шкала, вижу. Удобно. Обращайся. Минус нага. И победа за Фогича. Осуждаю. Да, за слово нага вас могут забанить на Твиче. Классная площадка. ГГ. Так, ладно, я пошел обедать, точнее ужинать, Мишань. Так еще ж турнир не закончился, куда ты? Ты что, не профессионал? Ладно, никуда не иду.
никуда не иду, ради тебя. Ради чатика. Надеюсь, смотрят меня много. Ради них. Сейчас нас ждет не совсем. Вот если выбирать время для ужина, вот сейчас можешь, на самом деле,